Не играю. У меня здесь... Боже мой, что это? Ну, в общем, это видео Шапика, где Таня лежит. Я только что видео Шапика смотрел. Капец. Короче, ладно, не суть. Суть в том, что я пытаюсь уже во второй раз влюбиться в Uncharted. В четвертый новый. Он мне изначально не понравился. Вот. И я пытаюсь в него влюбиться, так как я это сделал за Last of Us. Я надеюсь, что Uncharted будет для меня такой же любимой игрой. Но вот я пока играю, и у меня таких чувств не возникает. Если честно, я играю через силу. Вот, ну правда. Я не знаю, в чем, да, проблема. Первые части Uncharted, они безумно крутые. Эта часть, ну, она почему-то мне лично вообще не заходит. То есть, то ли потому, что там очень много нужно лазить, чтобы... Ну, то есть, знаете, вот... А можно минут 40 лезть на одну гору, куда-то залазить. Это, ну, блин, это очень, типа, уматывает. Даже в игре уматывает меня все. Как тебе новое видео Кати? It's fucking amazing. Вот что я могу сказать про новое видео Кати. Ты думаешь, о ссоре Ларина и Соболева? Это за кого? Ну, конечно же, за Ларина. Соболев так облажался с этим видео новым. На ВК-фесте нет, я не буду ни на ВК-фесте, ни на видеожаре, я не буду нигде. Потому что я худею, мать его. Я занимаюсь тем, что... У меня вообще голова не варит. На Игромире, наверное, буду. На том Игромире я был, на этом я, наверное, тоже буду. Сколько лет? 20. В сентябре будет 21. Ларин секси. Еще спрашиваешь. Мамочка похорошела. Думаешь? Мне тоже так кажется, что мамочка немножко похорошела. Короче. Какое главное дело нужно сделать летом? Похудеть. Знаете, вот к лету я не похудел, но я это делаю летом. Поэтому, ну, знаете, лучше вообще не откладывать это ни на когда, потому что это никогда не произойдет, если... Пучок. Я такая чумошка сейчас, просто. Вы себе не представляете. То есть я даже не записываю видео. Объясню, почему нет. У меня есть одно записанное видео про парней. Но я не знаю, надо ли его записывать заново, либо не перезаписывать, хер знает, я не знаю. Новое видео с макияжем я не записываю, потому что я на диете, типа, и я хочу, чтобы вы видели результаты. Вот. Лобик такой ржу. Пипец. Вот чисто чмошница. Вообще, короче, уж плохо все. А ты знаешь игру Overwatch? Да, знаю, не играл. Ты начал ходить? Да, блин, давным-давно. Прикол в том, что щеки вот они... Уходите быстрее. Я тебя люблю, я тебя люблю. Все, у меня кожа такая чистая стала, вот прям вообще, вот прям, ну, конечно, может быть, где-то что-то есть иногда, но это намного лучше, чем было раньше, вот. Что с Машей? Знаете, у нас есть одна Маша на русском YouTube и еще одна Маша на русском YouTube. Что та, это вообще полнейший зашквар. Вот честно, качество видео Вэй замечательное, все прекрасно. Все круто, конечно же, да, там эмоции, все классно, но, извините меня, макияж такое дерьмо, вот ну правда. Но вот, спросите у любого визажиста, да, экспозиция у этой сучки, она знает, как снимать. Нет, да я не про Новосад, вы чё, я Новосад Машу люблю. Я, кстати, вообще не сейчас забыл, что она есть на YouTube, я про других Маш двух. Вот. И, короче, это такой зашквар, этот макияж. Вот, ну, правда. Видели бы вы Вэй на Витфесте?
Стесняк, приди порядок наведи. Я скоро наведу порядок в русском бьюти-блогинге, потому что я считаю, что нужны яркие личности, которые будут делать не только нюдовый макияж, а что-то яркое, что-то интересное, что-то необычное, что-то сложное. Потому что намазать тени, ой, глаза нюдовыми тенями, знаете, много мозгов не нужно. Вот. Я считаю, что единственный бьюти-блогер, кто умеет делать макияж у нас на YouTube, это Настя. Потому что Настя делает разный макияж, сложный макияж, интересный макияж. А намазать, знаете, тени вот здесь вот нюдовым вот так вот пальчиком ляпнуть и бровки подвести. Ну, знаете, Маша Вэй, вот так как Маша Вэй, знаете, может, ну, чуть ли не любая девушка, понимаете? Ну, как бы, это не бьюти, это ни хера не бьюти. И то, как она делает макияж, это такое дерьмо. Вот, я высказался. Можете вообще бомбить, не бомбить. Я считаю так же. Так что. Главное. Да! Это так угарно, что Вэй считают главным бьюти-блогером. А, в смысле? Блин, это такое дерьмо, на самом деле. Цитата великой случки. Да. У меня так, блин, Оксана умеет наносить макияж, как Маша Вэй. Ну, все. Меня бомбит. Скоро все на YouTube изменится, потому что я буду записывать шикарные туториалы. Ну, конечно, о Маше. Ну, о ком еще? Господи, ну это же очевидно. Даже, кажется, дурак, мне кажется, понял, о ком идет речь. Привет, Зак, привет. Короче, вот. Общаюсь с вами. Да. Queen of Beauty blog in Russia. Короче, нет, я не накрашена сейчас, вы чё, я вообще дома. Какая чмошка, которая на диете вообще. Все, я пойду дальше играть. Да. Настя лучше наносит макияж. Настя разные техники знает. Настя реально умничка. Ну, Маша Вэй. Знаете, вот на видео Маша Вэй. Так, наносим тон. Не знаю, чтобы он очень легко лежал. Берем пальчиком, макаем в тени, мажем на уголок глазиком. Немножечко легонечко запудриваем. Все. Макияж готов. Это не бьюти. Это вообще дерьмо какое-то. Знаете, по видео Маши Вэй невозможно научиться делать макияж, потому что она ничего не показывает. Она ничего не рассказывает, ни технику, ни что, никак вообще. А глянуть первое видео Маши Вэй, где она делает мейкапы типа а-ля Ким, а-ля там, я не знаю, какие-то там типа Риана. Такое дерьмо, господи. Боже мой, это вообще, конечно, ну, до свидания. Мы когда тут с Эндрю как-то делали обзор на Машу Вэй вдвоем, и мы так угорали, это просто, ну, это реально угар, это просто ужас. Вот, короче. Если вы с ней посрали. Да ни с кем мы не посрались, я не обсираю ее, я высказываю мнение свое. Так что. Да, я уже писал Насте, что когда у меня будет 1 000 000 подписчиков на канале, мы запишем видео с тобой. Она такая, окей. Все, я вас всех очень сильно люблю. Оставайтесь такими же позитивными и креативными. Вот, я пойду играть в Uncharted. Я так думаю, что он мне не понравится. Он мне не понравится, и все. Мне не жалко денег, конечно, на игру, потому что я люблю фирму Naughty Dogs. Но игра реально пока что не заходит, а там посмотрим. Вот, все, я вас всех очень сильно люблю. Питайтесь. Не питайтесь лучше, потому что это плохо.
Вот, все. Всем пока. Ой, господи. Как выключить? Мне что-то заглючило все. Что делать?